Да. Уже нажал. Да. Так, стоп. Ну-ка. Мы же пальцы, я круг и круг. О, запись идет. Идет. Он, смотри, он красный. Запись. Видишь ты его? Нет, не на меня, на голуба. На голуба. Видишь голуба? Так. На экране. Вижу, да? Вижу. Видишь? Вижу. Вот сюда смотри. Вот сюда. Да, я сюда смотрю. Так, ну что, смотрим. На этого голуба. Видишь ты его хорошо? Да. Хорошо вижу. Значит, мы голуба увидели в лету. В лету. Интересный голубь. Все. Вот смотрим на перо. Перо такое плотное. Хорошее. Плотное, хорошее крыло. Да. Крыло хорошее. Да. Крыло хорошее. Да. 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 Сколько, значит, лет голубы, то ли? Прошлогодний. 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 У него очень как бы вот прощупывается, что хорошо. Ты видишь, да? Снимаешь? Да, 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 да. Прощупывается вот эта мышца. Вот эта мышца, она как бы как у, как бы сказать, как у того человека, который работает. Ты понимаешь, вот здесь голубого возьмешь, и вот это а все. Там одна костяка. Она одна костяк. Она такой не это самое. И он не, и даже не вырывается, ты понимаешь, он такой мягкий, ты понимаешь, этот голуб. Вот, его взял, он чувствуется сила. Он начинает врываться туда-сюда, чувствуется сила. Крыло, видишь, и вот тут вот возьмешь, так чувствуется. Представляешь, голубу год, угу. У него такой голубу нос. Год, да. Голубу нос год. Такой, да. Выразительный мужик, ты понимаешь? Выразительный. Выразительный мужик, получается. Да. Клюв. Вот многие, да, вот, да. Многие вот сейчас мне Алексеев, не Алексеев, а этот... скажи мне. А, Алексей. Юра Алексеев говорит, многие не любят шнобель. А я говорю, то шнобель — это же самое основное у голуба. Понимаешь? Конечно. Он говорит, ну кировоградцы там, то есть. Ну, в общем, ладно, это все. В общем, вот, ты видишь, чувствуется сила. Его не удержишь, ты понимаешь? А раз не удержишь, значит, у него чувствуется сила. А сила, что такое сила? Сила — это желание лететь. Сила — это перспектива, да, на продолжительный полет. Мы сегодня взяли голуба, ну, который заработал, скажем, там, третье, четвертое место, там, туда-сюда. Тоже нормального голубя. Но ты понимаешь, крыло выбрасываем, а он ну, чувствуется, что нету, понимаешь? Это он говорит за Костиного этого. За Костиного рыжего. За Костиного рыжего. И чувствуем, мы-то чувствуем, ну, вроде бы и не можем сказать, я не судил голубей, не судил. Но. Да, я буду. На. Давай. Ну да, ёпс. Ну, ты видишь? Что тут так? Ну. Ты видишь, его сразу против, в руки взял? Против того голуба это земля и нет. Ну, это земля и нет. Да, тут, да. Тут ты видишь? Тут сразу чувствуется сила. Чувствуется сила. Только ему... за него возьмись, за этого голуба. Да. Все, две недели, и он будет звезд. Мы должны... Я его дарю Вите Величко. Вите, да. Величко. Да. Хорошо, Вите Величко идет рыжий. Да. Да, да, да. Ну дай Бог. Хороший подарок, Толик. Это царский подарок прям. Я тебе отвечаю. Этого голуба мы видели, как ты его подкидывал. Стиль полета и оценка голубя в руках дают основания сказать, что этот голубь хороший. Тем прям. Более это спасибо. Говорит. Спасибо. Это тем более говорит, что как меня там называют, по первой категории там говорит судья. В общем, судья первой категории высоколетного. Ладно, что вам еще, что вам интересно? Что интересно? Да, ну так. Если чего-то не там, то оно вам не интересно, это я вам точно говорю. Мы уже твои голуби настолько знаем, как у себя дома. Как у себя дома. Что вам еще подарить? Значит, Толик, ты мне подарил 3-3? Подарил. Подарил? Да. Все. Ты мне подарил Рябова? Подарил. Спасибо. Все. Спасибо. Да. Все. Да. Все. Сейчас мы, все. Сейчас мы камеру выключим. Больше ничего не и я у тебя что-нибудь... Хорошо.